Меня зовут София, мне 5 лет. Позитивный любитель поиграть и все. Я крутой, рыжий, красивый. Меня зовут Медина, мне 9 лет. Я добрый, хороший мальчик, который помогает людям. Меня зовут... Не знаю. Ну, я красивый. Смешная. Если у меня была бы любовь, я бы ответила на этот вопрос. У меня тоже любовь есть. Но я не могу сказать об этом. Лежит в своем сердце какое-то чувство. И в нем лежит ваша любовь. Любовь? Кто-то влюбился. Это когда обнимаются. Любовь – это что дает людям, например, любить страну, ну и остальные там вещи, еду и... Замуж. Ну, очень... Очень это... Рад. Мой хороший, мой сладкий, мой любимый, мой красавчик. Например, я тебя люблю. Ну и там что-то интересное. Ты мне очень понравилась, я тебя люблю. Она мне в ответ то же самое сказала. Хороший. Не знаю, у меня много предположений пока. Маму, папу. Люблю я там родителей. Ну и учителей тоже. Конечно, маму. Папу и маму, и брата родного. Мама и папа. Свою семью. Маму и папу. Я люблю больше всего на свете всю свою семью. Стараюсь хорошо учиться. Маме последнее. Я люблю гулять, там, играться. Я PlayStation играть. Лепить, рисовать. Что я еще обычно делаю? Играть в игрушки. Добро – это когда-то кто-то добрее всех. Это когда ты делаешь что-то хорошее другим людям, помогаешь. Когда ты делаешь что-то хорошее для кого-то или кто-то себе. Различил друзей, когда они дрались. Я всегда была доброй. Уважал людей. И имел с ними хорошие отношения. Но помогала убираться в доме, помогала ей готовить пироги. Я боюсь темноты и змей. Пауков, жуков. Рептилий. Крым черепах. Ну, пауков и насекомых. Ничего можно сказать. Я боюсь, когда я сплю, я боюсь, что из шкафа кто-то вылезет. Купить себе Гелендваген и вырасти, на нем кататься. Ну, хороший иметь еду там, например. Ну, квартиру, например. Ну и дом. Наверное, единорога. Например, в Африке, например, не хватает еды, чтобы там все можно было делать, там было как во всех других странах. Поехали в Москву. Я хочу быть, у меня чтобы волосы были кудряшки, чтобы у меня было 100 нарядов и 100 лул. Первое, я бы пожелала бы, чтобы моя вся семья была здорова. Ну, у меня все желания есть, у меня два дедушки и 2 бабушки. Парикмахером. Ну, футболистом. Бизнесменом, как папа. Героем. Дизайнером. Зубным врачом. Полицейским. Футболистом. Я хочу стать доктором. Взрослые
им много лет, и они уже умные, а дети маленькие и чуть-чуть тупые. Ну, взрослые там, они идут на работу, зарабатывают деньги, а дети идут в школу и зарабатывают там оценки. Взрослые постоянно идут на работу, детские идут в детский сад. Взрослые иногда плачут. Я в восторге просто. Ну, я, короче, беру просто на нее вот смотрю, не отрываю от нее ее глаз. Вот она так вот проходит. Ну, как это сказать? Ну, чуть-чуть стыдно, чуть-чуть. Ну, неловко. Я одного вижу с мальчика. Он такой хороший, красивый. Я была в шоке.